Делаем заварное тесто. В сотейник наливаем воду. Добавляем сливочное масло. Сахар. Соль. Ставим на плиту. Добавляем муку. Быстро перемешиваем. Остужаем до комнатной температуры. Добавляем яйца. Перемешиваем. Тесто отправляем в кондитерский мешок. Отсаживаем профитроли в силиконовые формочки, отправляем в духовку на 24 минуты при 180 градусах. Режем мелко лук. Режем грибы. Обжариваем лук и грибы. Затягиваем сливками и мукой. Готовим 5 минут. Разрезаем профитроли. Начиняем профитроли грибным соусом. Подаем.